Каждый из вас, читая книгу, сможет понять, счастье проще, чем что. Вы сможете для себя ответить на этот вопрос, ведь счастье, оно проще, чем казалось может быть. И, пожалуй, мое творение, мой сборник начинается с этого стихотворения. Оно так и называется «Счастье», и я вам сейчас его прочитаю. Все гонятся за чем-то необыкновенным, пытаются мечту за хвост поймать, а кто-то молится, чтобы снова на мгновение за руку подержать родную мать. Кто-то мечтает об этажной яхте, курит сигару, выдыхая ее дым, а кто-то, лежа на больничной тахте, не хочет быть усопшим молодым. Хвостун, объездивший весь свет, вам лихо скажет, где я только не был, а где-то мальчик. 9 от роду лет сжимает черствый, но вкуснейший ломоть хлеба. Он для него дороже всех богатств, как час дождя в безжизненной пустыне. Ведь тот, кто своим сердцем не погас, душой ни на секунду не остынет. А счастье проще, чем казалось может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть, а кто-то с хлебом и испытывает радость.